Итак, приступаем. Первое упражнение. Рука скользит максимально по вашему телу. Чем она будет плотнее скользить, тем гибче вы становитесь с каждым движением. И круговое движение. Оно вообще заряжено на успех. Продолжаем. Второе упражнение. Прогиб назад. Приготовились. Его я рекомендую делать дважды в день, утром и вечером. Теперь мы разминаем пятку. Вот так вот хорошенько проминаем. Давление максимально направлено в пол. Молодцы! Следующее упражнение. А следующее упражнение. Кошечка злая, кошечка добрая. Начинаем! И, дорогие мои, не сомневайтесь, результат не заставит ждать вас долго. Уже через минуту, засекайте время, вы станете такими же гибкими, как я. Упражнение следующее. 9-й вал. Волнуются все.